Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, где сегодня мы будем играть на моем сервере. И у меня для вас есть отличные новости, а даже несколько отличных новостей, о которых я хочу вам рассказать. И в принципе, все о моем сервере, где я буду начинать активно играть со своими подписчиками. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я начинал новые рубрики на сервере, различные другие рубрики, ребята, об этом мы еще сегодня поговорим, то не забудьте поставить лайк. Наберем 2500 лайков, я сразу же буду начинать рубрику и сразу же выпущу новое видео на сервере, где я буду играть, ребята, с вами, со своими подписчиками. Поэтому, ребята, не забывайте также подписывайтесь на мой канал, я буду очень сильно этому рад. А как я буду играть со своими подписчиками? Почему мы должны... Вы можете ставить лайки для того, чтобы выходила новая серия как можно быстрее. Потому что в первую очередь, ребята, я хочу вам сказать то, что на сервер был добавлен, было добавлено мини-игра, которая называется Skywar. Все мы отлично знаем, что это за мини-игра. И это, ребята, первая новость, о которой я хотел вам рассказать. Сейчас я буду проводить стримы и также записывать серии, где я с вами буду играть в Skywar на моем сервере. Вот тут есть лобби, тут есть очень много различных серверов. Очень, ребята, мы можем зайти, мы можем все посмотреть. Вот тут кто-то играет, кто-то вышел. Поэтому, ребята, я буду тут проводить стримы вместе с вами, играть в Skywars, они работают круглосуточно, в полном режиме, поэтому, ребята, заходите и играйте. Вот, честное слово, я буду вас тут ждать. И вторая новость какая? Вторая новость это то, что на сервер были добавлены новые кейсы. Новые кейсы, с помощью которых вы можете выбить охренеть что. И в этой серии мы будем с вами открывать вот такие кейсы. У нас будут два кейса крипера, два кейса дракона, два кейса льва, два кейса доната и два кейса шахтера. И также у нас тут есть кейсы всяких различных... опыта, скиллы, вот это все, потому что в скором времени на сервер будут добавлены скиллы. Скиллы для героя, ребята, да, но об этом мы поговорим чуть позже. И давайте мы приступим к первому кейсу, который сейчас мы будем открывать. Нам может выпасть с этого кейса криперский лук, криперский нагрудник, криперские поножи, шахтерские поножи, супер золотые яблоки и также уровень опыта и души для скиллов. Души для скиллов это для того, чтобы изучать новые скиллы, которые будут добавлены в скором времени, там, допустим, фиг его знает что, ребята, фиг его знает что, полеты, там, суперспособности и многое другое, ребята. И также, что означает уровень опыта? Уровень опыта вы можете прокачивать вот тут. Кто не знает, на моем сервере присутствует система RPG. Вы можете прокачивать уровень, и также вы можете эволюционировать себя, вы можете увеличивать себе жизнь, урон, защиту, регенерацию здоровья, шанс критического удара, силу, выносливость, интеллект и многое другое. То есть, это система RPG, можно сказать и так. Поэтому, ребята, сейчас мы откроем первый криперский кейс и посмотрим, что нам с него выпадет. Я надеюсь, то, что что-то стоящее, потому что я хочу вам показать, что может выпадать на моем сервере, но это еще не все, ребята. С одного кейса выпадает три вещи. Три, не как на других серверах, не как в КСке, допустим, выпадает одна вещь. Как вы видите, сейчас мне выпало три вещи, то есть мне выпало 20 уровней опыта для того, чтобы эволюционировать свою способность силы, выносливости и многого другого. И также мне выпали криперские поножи. Кейсы, конечно, покупаются за донат, а донатом, ребята, вы поддерживаете сервер, потому что не думайте, то, что сервер бесплатный. Сервер не состоит бесплатно, за сервер нужно платить каждый месяц. Поэтому донат для этого и существует, чтобы сервер дальше процветал и существовал. Вы просто поддерживаете сервер, ребята, донатом. Кейсы очень дешевые, вот в донатских кейсах вы можете купить донат кейс за 60 рублей, а выбить создателя, который стоит там 2000 рублей, да, но все же. Нам выпали криперские поножи. Что это такое? Криперские поножи 11 уровень зачарования на защиту. 11. Вы в Майнкрафте можете зачаровать максимум где-то на какой? На 5? А тут 11. Защита от огня 10 уровень. Unbreaking 5 уровень. Защита от взрыва 10 уровень. И также Projectile Protection. Я не знаю, что это означает. Что-то тоже в этом роде, а может урон от падения, 11 уровень. Это, ребята, офигеть как круто. И давайте мы откроем еще один криперский кейс и посмотрим, что нам с него может выпасть. Три вещички, ребята, три вещички, посмотрим какие. В этот раз нам выпало три уровня опыта, опять криперские вот эти поножи, да, вот ботиночки и шахтерские поножи. Вам кажется то, что шахтерские поножи это хрень по сравнению с алмазными, но нет. На шахтерских поножах вас ожидает 15 уровней защиты,
Unbreaking 5 уровень, защита от взрыва 4 уровень, и также опять вот этот Projectile Protection 6-7-8 уровень. Это, ребята, офигеть как круто. Сейчас мы будем приступать к драконьим. Нет, драконий кейс, мне кажется, это самый лучший. Поэтому давайте мы сначала приступим к львиному кейсу. Что это такое? Львиный меч, львиный нагрудник, поножи, ботинки, шлем. И также шахтерские ботинки. И вам может выпасть драконьи ботинки. То есть это самый самый редкий предмет в игре. И также вам может выпасть, даже с львиного кейса вам может выпасть креатив. То есть даже с львиного кейса вам может выпасть донат, который стоит больше, чем 200 рублей. Ребята, это очень круто. Поэтому сейчас мы будем открывать львиный кейс и посмотрим, что нам с него выпадет. Смотрите, сколько тут дохрена вещей. Ну, в этот раз нам не очень повезло, нам выпали две пластинки, которые, в принципе, нам ничего не дадут. Нет! Знаешь что, ребята, знаете, что мне выпало? Знаете, что мне выпало? С львиного кейса мне выпал креатив. Это не обычные пластинки, которые нам ничего не дадут. Мне выпал креатив. Вы можете заходить в креатив на моем сервере. Вы можете строить дома, можете уничтожать дома в креативе. Креатив за 200 рублей и также... нереальный львиный нагрудник, потому что этот львиный нагрудник вы даже в креативе не сможете достать. Это специальный нагрудник, который создан админами сервера. Только вот так вы его сможете достать. И смотрите, что это такое. Львиный нагрудник, защита 15, защита от огня 3 и также unbreaking 15. То есть он у вас никогда не сломается. Это офигеть как круто. Давайте мы откроем еще один львиный нагрудник и посмотрим, что нам выпадет в этот раз. Мечик, я хочу мечик, пожалуйста, мечик. Неплохо, неплохо. С одного кейса выпадают три вот такие нереальные вещички. Опять львиный нагрудник, львиные поножи и еще одни львиные поножи. Вы можете дать их своему другу. Защита 15, защита от огня 3 и unbreaking 15. Нереальная защита, нереальный unbreaking. Это, ребята, нереально круто. Сейчас давайте откроем Dragon Case, что нам может выпасть. Драконий топор, драконий нагрудник, драконий поножи, шахтерский шлем, драконий шлем, души для скиллов, уровень опыта и также флай с 20%. То есть вы можете летать, прописать флай и летать. Не креатив, конечно же, но флай тоже очень нормально. Сейчас, ребята, давайте посмотрим, что нам выпадет. Что нам выпадет с драконьего кейса? Я надеюсь, что что-то хорошенькое. Да! Нам выпало, ребята, души для скиллов, 25 душ для скиллов. И также смотрите, что нам, ребята, еще выпало. Нам выпал драконий шлем. Вы не думаете, то, что это кольчуга? Нет. Нет. Почему я оставил драконий шлем, драконий кейс на позже? Потому что драконий шлем будет намного лучше, чем алмазный шлем. Как видите, драконий шлем зачарен на 24 уровня защиты. Защита от огня 10, unbreaking 15, и также вы можете дышать под водой, уровень 6. Офигеть. Также у вас поножи зачаренные. Вот смотрите, вот эти поножи, да, вот эти алмазные поножи зачаренные на 15 уровень. А вот эти поножи зачаренные на 24 уровень. Алмазные поножи на защиту огня 3 уровень. Тут 10 уровень. Тут unbreaking 15, и тут unbreaking 15, потому что, ну, в принципе, не будет ломаться у вас никогда. И это, ребята, офигеть как круто. Вещички, которые вы можете достать только из кейсов. Даже админы, даже я не могу их себе выдать, потому что они выпадают только с кейсов, ребята. Только с кейсов. Мне выпал флай с кейса, который стоит где-то 50 рублей. Мне выпал флай, который стоит 50 рублей. И плюс к этому мне выпало еще 10 уровней, которые я могу потратить на то, чтобы увеличить свою силу или что угодно, потому что тут есть система RPG. И также мне опять выпали драконьи поножи. Мы уже, ребята, рассматривали, что это такое. Майнер кейс. Давайте рассмотрим, что нам может выпасть майнер кейса. Кирка шахтера. Шахтерские алмазы. 188 штук алмазов. Алмазный набор. Шахтерский нагрудник. Супер золотые яблоки. Шахтерские ботинки и уровень опыта. Давайте, ребята, посмотрим, что это такое. Но... ну что, ребята, мы будем продолжать. И сейчас мы будем открывать майнер кейс. Я уже, в принципе, сказал, что это такое. И давайте, ребята, посмотрим. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Надеемся, что что-то хорошенькое. Как видите, пролетает куча кирок, куча алмазов, куча опыта. И нам выпало, ребята, нам выпало 9 опыта и также 60
64 алмаза. Вроде выпало 64 алмаза, но на самом деле не 64, а выпало 188, если не ошибаться и верить кейсу. Да, нам выпало, ребята, 188 алмаза. И даже зачаренные алмазы, как ни странно, на Knockback 2 вы можете ими кого-то бить. Сейчас, ребята, мы откроем еще один майнер кейс и надеемся то, что нам выпадет что-то крутое. А если честно, я бы хотел, чтобы нам выпала кирка. Хреновенько. Нам выпало, ребята, уровень опыта, опять третий уровень. И также нам выпали шахтерские ботинки с такой красивой текстуркой, как паутинка. Может, это даже баг, надеюсь, то, что потом исправят, не знаю. И также нам выпало, ребята, 9 зачаренных яблочек, в принципе, тоже очень даже круто. И также у нас тут еще есть XP кейс, и также еще один XP кейс. Я вроде знаю то, что их тут два есть, да? Два или нет, они вроде одинаковые. XP кейс, там выпадают души для скиллов, уровень опыта и также стат-поинты для персонажа. То есть это все позволит вам развиваться намного быстрее, прокачивать ваш уровень и также изучать скиллы, которые будут добавлены в скором будущем. Да, ребята, и сейчас мы приступаем к самым крутым кейсам, которые называются донат-кейсы. И посмотрим, что нам выпадет с кейса, который стоит 60 рублей. Вот прямо сейчас я вам, ребята, покажу, что может выпасть с каждого кейса, который стоит 60 рублей. Что нам выпало? Нам выпал премиум, который стоит около 150 рублей. То есть уже неплохо. Уже неплохо, ребята. Вы уже сэкономили практически в два раза. И давайте откроем еще один донат кейс и надеемся, то, что нам сегодня выпадет еще что-то, что лучше. И что это будет? Нам выпал... Вы сами видите, ребята, что нам выпало. Это стоит 500 рублей с кейса, который стоит 60 рублей. Неплохо, да, совсем неплохо. И, ребята, это круто, знаете что, давайте я еще один кейс открою, чтобы просто вам показать, какой же тут большой шанс, то, что это все выпадет. Просто специально для вас, ребята. Специально для вас. Флай, да, ну флай не очень, но все же 2 из 3 нам выпало очень даже неплохо. Поэтому, ребята, я буду очень рад, если вы придете сюда ко мне на сервер. Я буду тут играть со своими подписчиками. SkyWars, как видите, они уже за мной тут бегают. Также можете приучать тут своих питомцев, кто не знал. Вот как, допустим, там коровка бегает и паучок — это питомец человека. Да, ребята. Поэтому я тут буду играть в мини-игры в SkyWars со своими друзьями. Также тут есть различные ивенты. Давайте мы посмотрим, что это за ивенты. Вот смотрите, что вы тут еще сможете найти. Вы тут сможете найти еще сумо, сплив и также тинтиран. То есть не только SkyWars, а еще многое другое. Поэтому, ребята, я буду вас тут ждать. Заходите, играйте. Я даже, знаете что, я выкину 9. Вот так. Кто хочет, поднимайте. И знаете что, и давайте я выкину 1... Ну, давайте, шахтерский поножи. Вот, своим подписчикам, ну, я не делаю большие раздачи, потому что я это не люблю, но все же, ребята, я буду вас тут ждать. 2500 лайков, если вы хотите, чтобы я начал снимать тут своими подписчиками. Можете даже предложить какую-то свою рубрику, допустим, что-то, что вы хотите. Какую рубрику вы хотите, чтобы я снимал на своем сервере? Только не нужно антигрифер шоу, я это просто ненавижу, ребята, я не люблю эту рубрику. Поэтому пишите свои предположения. Заходите на сервер, играйте в мини-игры, я буду тут проводить стримы, открывать кейсы и многое другое. Ребята, 2500 лайков, я начинаю рубрику со своими подписчиками, буду с вами снимать, даже приглашать вас в серию, ребята. Поэтому я вас тут всех жду, заходите, играйте. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Да, ребята, и всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца, приходите завтра, потому что завтра выйдет... одно или два новых видео. Видео выходит каждый день, поэтому, ребята, я всегда вас буду ждать, всегда приходите. Еще раз большое вам спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи и всем пока.